Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале компании «Купи салон», и сегодня мы введем новый термин в обиход, в оборот нашей компании. Это так называемая мультиперетяжка или оптовая перетяжка салонов. Дело в том, что сегодня в одном ролике у нас целых два проекта для автомобилей Volkswagen Tiguan. Оба выполнены вроде бы на первый взгляд в одном и том же духе. Это эко-кожа Napa со светлой отстрочкой, с измененным рисунком центральной части сидений. Здесь и фигурная перфорация, отстрочка вот этими лодочками, и, конечно, вот сам дизайн, он адаптирован под Touareg. И хотя мы сегодня сделали видео и проекты по перетяжке двух автомобилей, но тем не менее они отличаются. И в чем именно отличие, мы сейчас постараемся вам как раз показать. Дело в том, что разные комплектации, более богатые или более бедные, но с одинаковыми сиденьями, все-таки имеют некоторые отличия. Ну, во-первых, здесь есть отличия, связанные с богатством функциональной, например, касательно мультимедийной системы. Но нас это, например, никак не касается, мы ведь перешиваем салон и до головного устройства никаким образом, соответственно, не дотягиваемся. Смотрим на двери, здесь то же самое, дверные подлокотники, дверные вставки, отстрочка вот этим рисунком, швом с изгибом, соответственно, но смотрим на задний диван и видим, в одной машине сзади по центру нету выпадающего подлокотника, кстати, очень удобная вещь, а в другом он есть. И, конечно, для тех, кто передвигается на втором ряду сидений, наличие такого подлокотника – это важно. Преимущество, потому что во время движения хочется иметь какую-то опору. До дверного подлокотника дотянуться зачастую далековато и не очень удобно, а до центрального, конечно, гораздо лучше. Кроме того, посмотрите, пожалуйста, на спинки передних сидений, и в более богатой комплектации вы заметите, что присутствуют такие вот кармашки, в которые можно положить некие мелочи, например, телефон, как это сделал Марсель, да, в другой машине таких кармашков нету. Не понимаю, с чем связана такая разница, ведь наличие кармашков не сильно увеличивает трудоемкость исполнения данного проекта, и, конечно, автомобиль победнее, он как будто бы намекает: я такой вот весь бедный, у тебя не хватило денег, чтобы купить машину подороже, вот мучайся без кармашков. Хотя сделать эти кармашки совсем не сложно, и думаю, что это вообще не увеличило бы себестоимость исполнения данного проекта. Но, с другой стороны, должен обратить ваше внимание на то, что, например, в комплектации, которая победнее, сзади находится не подлокотник, а скорее выпадающая центральная секция. И она хороша в тех случаях, когда вы перемещаетесь вместе с какими-то габаритными длинными грузами. Ну, самая, конечно, популярная разновидность такого груза – это, например, лыжи или сноуборд, которые можно аккуратно положить. Когда мы говорим про перетяжку салона Volkswagen Tiguan, конечно, сразу на ум приходят разные вариации. Здесь хочется и алькантару в центральную часть сидений использовать. Здесь можно кантик по периметру сидений добавить, как в высоких комплектациях. Кто-то просит фактурную кожу использовать, как в оригинальных кожных салонах Volkswagen Tiguan. Все это, несомненно, доступно нам в нашей производственной деятельности. Мы используем как натуральные материалы, так и искусственные, алькантару и даже ее заменители. Все эти материалы подходят для разных задач. Но именно эко-кожа – это материал, который имеет 5-летнюю гарантию. И в случае с качественным исполнением салона здесь можно рассчитывать действительно не только на высочайшее качество, но и на очень большую долговечность, а внешний вид салона, выполненного из эко-кожи Napa, ну, он, конечно, вне всякой критики и достоин только похвалы, потому что выглядит это действительно достойно, дорого, очень приятный, бархатистый на ощупь материал, дышащий, который трудно повредить механически, и очень легко за ним ухаживать, мыть, чистить, для этого даже не нужна какая-то специальная профессиональная химия и химчистка как таковая, обычная влажная губка со слабым раствором мыла, и, в общем, ваш салон приводится в идеальное состояние. Мы действительно набили руку, такую, знаете, огромную руку великана на перетяжке салонов автомобилей Volkswagen. И подтверждение тому большое количество роликов, которые уже присутствуют в плейлисте. Мы его специально создали и постепенно наполняем. Вот здесь будет на него ссылка, переходите. Посмотрите, какие еще бывают цвета, какие сочетания. Если вдруг вы еще не определились, что хотели бы сделать со своим автомобилем, то знаете, в нашей компании можно не только перешить салон, но и оснастить различными опциями этой подсветки и вентиляции, и массаж, подогрев руля, функция поясничной опоры, это полная шумоизоляция салона автомобиля и множество других возможностей по декорированию, отделке и дооснащению автомобиля. Если вам нравятся все эти возможности, то скорее кликайте на колокольчик, подписавшись на наш канал, чтобы следить за выходом новых серий. Ну и, конечно, лайкните это видео, оставьте нам пару комментариев под этим роликом или свяжитесь с нами по
по телефону, из описания к нему. Кроме того, у нас есть аккаунты в соцсетях Instagram, ВКонтакте, Facebook, Drive2 и, конечно, в ТикТоке. Внизу будут ссылки на них для того, чтобы вы могли заранее, еще до того, как ролик вышел, видеть анонсы и наблюдать, какие еще интересные проекты у нас прямо сейчас находятся в работе. Если вам все понравилось, то будьте щедрыми, оставьте нам пару комментариев, мы будем счастливы их прочитать и на них ответить. Желаем вам удачи, будьте здоровы. Пока!